Нами акула, ребятки, акула за нами, надо убегать отсюда, потому что акула никого не щадит, ребята, и акула в любом случае нас может укусить, а это не есть хорошо. Вау, акула за нами гонится, акула, помогите, пожалуйста, спасите, давайте на другой берег убегать. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в игру Тести Блу. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, собственно, перейдем к новому уровню. Так, ну что ж, тут у нас, мы в прошлый раз с вами... Ого, что это такое, ребят? Это красные рыбюхи, которые нас пытаются съесть. Ой-ой-ой-ой-ой, а кого же... Ой-ой-ой, меня укусили! А кого же мне кушать-то? Кого же мне кушать? Эту мы не можем кушать. Ребята, а кого мне кушать? О, вот маленькую мы можем... Ребятки, вот это надо здесь поджидать маленьких, я так понял, рыбок. Вот она, отлично. И потихонечку... О, нет, эту мы не можем кушать еще. Вот эту можем. Ой-ой-ой, иди сюда. Отлично. Эту еще не можем. Так, это большая, которая нас укусит. Дайте мне рыбку еще маленькую. Маленькую рыбку хочу, дайте, пожалуйста, еще. О, отличненько, отличненько. Так, ну что ж, ребятки, мы потихонечку с вами растем, набираем вес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Ауч, 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 ауч. Ребятки, подождите, подождите, подождите. Так, ну что? Ну где же вы? Мне же надо чем-то питаться. Вот маленькие есть. Вау, вау, ребята. А, видите, они все дальше плывут. А, вот тут по две плавают. Прикольно, ребят, видите? Ой-ой-ой-ой, кусючка, кусючка. Кусил меня, о. Иди сюда, успели съесть. Вы видели, ребятки? Вай, убежала от меня, вай. Вот маленькая, отлично. Ой, эту уже мы можем съесть. Ребятки, мы уже можем даже кушать более таких, которые побольше. Так, окей, давайте будем поджидать здесь, чтобы более насладиться ними. Ммм, как вкусно. Так, отличненько, ребятки. Все, вкусно, тише, просто замечательно. Так, отлично. Ого, ребятки, посмотрите, какие мы уже большие. Но еще, оу, чау-чау, нас кусают. А, нас кусают, ребятки, а мы становимся маленькими, понятно? Так, что надо... Понимать, что это все не все просто так. Так, отлично. О, ребятки, мы, кажется, уже можем всех хавать. Нет, нет, не всех. Ну, почти всех. Почти уже всех. Да-да, мне-мне-мне. Идите сюда, дорогие, да. Отлично, отлично, отлично. Все сюда идите. Вот так вот, как вкусно. Так, давайте еще рыбок. Вот, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью с вами этот уровень... Прошли. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте пойдем дальше, посмотрим, что нас здесь ждет следующих. О, ребятки, селедочка. Селедочку мы любим. Маленькая селедочка, очень вкусная. Так, 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 куда же мне плывти? Ага, здесь уже селедочка побольше, ребят. Значит, мне нужно селедку кушать, та, которая поменьше. А где же? Тут нет ее. Воу. А где же малюсенькая селедочка? Это ведерце? Нет, нет, нет. А где маленькая селедка? Дайте мне маленькую селедку, ребята. А, вот, вот. О, отлично, ням-ням-ням, как вкусненько. Так, ну вот, вот и все, ребятки. Вот наша селедочка. Ну, уже мы можем и побольше кушать, отлично. Просто замечательно. Ай-яй-яй, да что ж ты будешь делать? Попал на этого тюленя или на моржа, который меня просто-напросто хочет, ребятки, съесть. Но мы ему не дадим нас съесть. И будем дальше пытаться бороться за наше право существования в этом океане. О, отлично. Отлично, ребята, мы с вами съели чайку. Вот на чайках можно жить. Отлично, отлично. О, рыбка, 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 как же вкусно. Отлично. Отлично, отлично. Отлично, отлично, супер. Просто замечательно. О, мы что-то уже можем съесть. Ведро. Оп, ведро у рыбака стащили. Вот это прикольно, ребята. Ведро у рыбака украли. И так, дайте мне... Ауч. Меня кусают до сих пор тюлени эти. Паршивые. Короче, я так понял, нам пока нужно чайками довольствоваться, ребятки. Чтобы нас никто не обижал. И рыбкой. О, отлично, отлично, отлично. Скоро мы и тюлени сможем, наверное, кушать. Ай-яй-яй-яй. Отлично, просто супер, ребятки, видели? Так, ну что, о,
Ох, отлично, ребятки. Мы теперь хаваем тюленей. Посмотрите. Отличненько, просто супер, просто замечательно. Я считаю, что это просто замечательно. Ого, мы выросли, ребятки, еще. Человека! Сейчас съедим. Да, отлично, мы съели, ребятки. О, со мной акула, ребятки. Акула за нами, надо убегать. Надо убегать отсюда, потому что акула никого не щадит, ребята. И акула в любом случае нас может укусить. А это не есть хорошо. Вау, акула, за нами гонится акула. Помогите, пожалуйста, спасите. Давайте на другой берег убегать. Так, ну что, ай, здесь акула, ребятки. Так, 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 так. Мы же вроде большая рыба, а мы скоро, я так думаю, что мы должны уже вырасти и съесть эту чертовую акулу, которая пытается нас сожрать постоянно и постоянно нам мешает. Таким образом, так, нам нужно потихоньку как-то выживать. А акулы тоже, кстати, ребятки, посмотрите, хавают этих тюленей. Ой-ой-ой-ой, ну ничего, мы сейчас вырастем и покажем, на что мы способны. Отлично. У акулы из-под хвоста буквально забрали ихние тюлени, всех тюленей. Так, 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 ребятки, я думаю, что мы уже скоро вырастем и сможем уставать акулу. Да, ребята, отлично, мы просто съели акулу, которая нам так постоянно мешала. И вторую сейчас съедим. Все, ребятки, отличненько. Отличненько, просто супер. Мы съели этих акул, которые нас постоянно терроризировали. Постоянно нам мешались только здесь. Отлично. Ой-ой-ой, ребята, вы видели, там какая-то идет война, что ли. Там уже самолеты за мной, наверное. Да, ребятки, вот тут киты большие. На них тоже нельзя попадать, потому что они просто-напросто, ребятки, нас будут съедать. А здесь что? О, акулы, ребята, отлично. Мы съели только что. Две акулы здесь. Ого, сколько акуленков. Отлично, все, акуленков мы съели. Просто замечательно, я считаю. Так, 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 так. Подождите, 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 ребятки. Так, давайте. О, мы уже можем самолет кушать. Так, вы видели, мы съели самолет. Вот это да, ого. Вот это мы проглоты. И даже кита. Вот это мы даем. Посмотрите, мы хаваем тупо все подряд. Вау. Вот это круто, вот это да. Вау, отлично, просто супер, просто замечательно, ребятки. Отлично, я считаю, что это просто замечательно. Так, тут новый синий кит, ребятки, появился, который поболее будет меня и какой-то, ребятки, осьминог. Пока они недоступны нам, нет, кита мы уже вроде бы начали хавать. Отлично, а вот этот осьминог пока еще нам недоступен, пока он еще... хочет нас съесть. Но мы не будем, ребятки, сдаваться и будем потихонечку проходить эту игру и будем потихонечку расти. И вы же знаете, если мы вырастем, ребятки, то мы с вами отличненько станем супер огромной рыбой, которая будет, ребятки, съедать все на своем пути. Так, рыбешка, давай плыви, золотая рыбка. Плыви, плыви, плыви. Давай, самолетики, это, конечно же, хорошо. Но нам нужно что-то кушать побольше уже. Я так считаю. Ого, ребятки, осьминог съел корабль только что, вы видели? Вот это он дает. Он корабли даже умеет хавать. Я еще пока не умею. Вау. Ой-ой-ой, надо от него убегать, а то он меня просто-напросто съест. Ну когда уже я его смогу кушать? Я думаю, что скоро я уже смогу и ним питаться, ребятки. О, все, ха-ха-ха. Ребятки, мы с удовольствием съели осьминога, который нам так мешал. Отлично, просто супер. Так, давайте и на том берегу тоже нам он мешал. Вот, давайте его съедим. И вот еще один. Так, и что, все. Отлично. Ого, ребятки, какая мы огромная рыба. Ого. Ребята, посмотрите, какая мы огромная рыба. Мы сейчас съедим корабль. Ого, вот это круто. И самолет, наверное. Ого, вот это да, вот это я понимаю. Ребятки, посмотрите, какая мы огромная рыба. Съедаем корабль. Отлично, ребятки. Съели кораблик. Так, ну что ж, ребятки, продолжаем дальше нашу замечательную игрушку и посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас на ого, какие большие там эти плавают. А здесь, ребятки, нам надо довольствоваться селедочкой вот этой. И довольствоваться надо... О, там, ребята, осьминоги тоже плавают, хотят меня съесть. Так, ребятки, но мы, посмотрите, мы тоже огромная рыба. Мы, посмотрите, мы уже 3 метра почти. Мы кушаем, ребятки, осьминогов.
кальмаров и селедку очень большую. Вот это тоже прикольно. Отличненько. Просто замечательно, я бы сказал бы даже. Отлично. Просто супер. Фантастика. Так, 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 так. Подождите, подождите, подождите. Дорогие друзья, что же мне делать-то, а? Подскажите мне. Отлично, отлично. Просто супер. Отлично, 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 отлично. Так, 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 так. О, мы можем уже хавать этого. О, вы какие мы большие стали, ребят, посмотрите. Кроме кита, мы уже всех моллюсков едим и очень больших осьминогов хаваем. О, давайте, ох, ребята, здесь у нас кто? Здесь у нас касатки. Посмотрите, давайте касатками насладимся. Ну, как вкусно, как их здесь много и какие они вкусные. И давайте немножко подышим воздухом, а там кит на меня пытается напасть, ребятки. Мы с вами же умные люди, будем убегать от него. Так, давайте на дно, на дно, на дно. Тут много еды на дне. Так, тут на дне много еды, я знаю точно. Так, ребятки, там каразики плавают, но мы их еще не можем кушать, потому что мы еще не доросли. Мы уже 11, ребятки, метров в длину, представляете себе? Мы уже 11 метров в длину. О, все, мы можем китов хавать, ребята. Как же это круто, посмотрите. Все, ребятки, все киты теперь наши, все. Вот это да, ребята, посмотрите. А тут еще больше киты. Оказывается, это китенки, ребята. Это детки вот этого огромного кита, который здесь меня сейчас просто сожрет, дорогие друзья. Посмотрите, сколько мы метров, ребят. Мы уже 43 метра. Мы уже 43 метра, ребятки. Да-да-да, ребятки, да. Отлично, мы уже корабли можем хавать. Прикольно. О, все, мы 87 метров. Ребята, посмотрите, мы все тупо съели. Мы все съели, все корабли. Отличненько, ребятки, и мы с вами с легкостью прошли этот уровень. Так, ребят, ну что ж, мы играем немножко по эпизодам. Этот эпизод, ребятки, подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте любой комментарий. А вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.